В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе на арене UFC Apex прошел турнир смешанных единоборств UFC Fight Night. Абубакар Нурмагомедов проиграл раздельным решением бразильцу Элизею до Сантосу. Бой проходил в рамках полусредневесовой категории. После окончания боя появились судейские записки поединка. Нурмагомедов потерпел 4-е поражение в карьере в 22 боях. На его счету также 17 побед и 1 ничья. После поединка Абубакар выложил пост на своей странице в Инстаграме, где поблагодарил своих болельщиков. «Всем салам алейкум, кто за меня переживал и болел. Я себя не оправдываю, надо было работать больше и лучше. Иншаллах, еще увидимся. Огромное спасибо моей команде и моим братьям». Такое решение, естественно, вызвало недоумение у многих фанатов. И теперь многие считают, что Абубакара засудили. Друзья, ну а как думаете вы? Кто все-таки забрал этот бой? Дос Сантос или Нурмагомедов? Пишите свои мысли в комментарии. Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш заявил, что в случае победы над Оливейрой отправится в Абу-Даби, чтобы сразиться с чемпионом Исламом Махачевым. «Я хотел подраться 6 мая, но в UFC мне отказали. Но меня заверили, что если бой с Оливейрой вновь сорвется, то я гарантированно получу поединок за титул. Надеюсь, я побью Чарльза и отправлюсь в Абу-Даби, чтобы сразиться с Исламом. Думаю, у меня получится избежать травм в бою с Оливейрой». Напомним, что Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в городе Ванкувере в Канаде. Друзья, каковы ваши прогнозы на этот поединок? Кто одержит победу и выйдет на чемпионский бой против Ислама Махачева? Пишите свои мысли в комментарии, буду ждать вас там.